Салам, друзья, салам. Вы немножечко застолье. Thank you. Вот в китайском ресторане. Китайский джизбэш. Okay, thank you very much. Yeah. Where's your car? Yes. Yes, please for me. Where's your car? Это значит говядина с грибами, болгарский перец, лук жареный, и все это, как видите, в горячем состоянии. Это супчик, там он очень острый, там яйца, грибы, хорошие тоже. Это называется sour and sweet pork. Это свинина, она в тесте, ну вкусно, ну свинина, конечно. Ну что поделаешь, вкусно, един. Да, и это fried rice, это как бы обжаренный, да, скажем. Чуть-чуть слегка рис с говядиной, там морковь, грибы, яички, очень вкусные, зеленый горошек. Да, и вот китайский чай. Вот такой китайский обед. Да, немножечко его снял, но так и не появились вчера чатлахи. Получается, что пирдаины они, а не фидаины. Да. Вот так вот. Мы решили пообедать немножечко. И скоро в середине февраля в Канаду, в Ванкувер. Да. Ну ладно, ребята, счастливо. До свидания. Вам тоже приятных аппетитов. Пока. До встречи.